И всем привет, дорогие друзья, с вами Лис на канале FXNGame/Comics. А фосмофобия. Что вы знаете об этой игре? Я знаю, что несколько человек на моем канале точно о ней знают, но явно не все. Фосмофобия — это игра, где тебе нужно приехать в дом, определить тип призрака и не сдохнуть. О, ну что ж, в принципе, я уже все настроил, все готово. Я уже немножко поиграл в эту игру, четвертый уровень. Правда, один раз был косяк, когда я закупил предметов и сразу же все эти предметы потерял. Это было обидно. Надеюсь, в этот раз так не получится, потому что я купил термометр распятия. Кстати, распятие-то добавил. Ну, не об этом суть. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня. За призрак, не призрак, привидение с моторчиком или нет. Какая долгая загрузка. Не, без записи она быстрее явно грузится. О, все. Громко, однако. Так, берем ключи. Что у нас, какие задания? Следы призрака на соли. Нету соли. Вода в раковине, я подумаю. Доказательство призрака с помощью МП. Вот это без проблем. Так, берем фонарик. Берем термометр, берем МП. Пошли. Да, носите с собой могу только 3 предмета. То есть... фонарик у меня на постоянной основе с собой. И еще 2 предмета. Например, как сейчас. Термометр и МП. Заходим, сразу проверяем свет. Свет работает. Привидение нас может ждать где-нибудь тут, например. Тут, например. Нет. Тут. Нет. А тут? Кажется, мы нашли комнату призрака. Я понять не могу сейчас. Пойдите. Да, МП-5, здравствуй, привидение с моторчиком. Включаем тут свет пока. Давайте я МП там брошу, кстати. МП было 5. Вот уже и первое доказательство того, что тут есть призрак. Активность сразу поднялась, да? Давайте вбрасываем. МП 5. Готово. Так, я беру с собой тетрадку, и раз уж там такая активность высокая, я возьму с собой распятие. Со светом играется. Так, распятие я брошу вот где-нибудь вот тут вот. То есть, если он будет уходить, то вот оно, но распятие. Я вам прикроюсь сразу же. О, активность упала. Это хорошо. Так, берем тебя, берем тебя. Пойдем. Ну, МП вроде пищит, но не очень громко. О, грязная вода в раковине. Так, стоп, я камеру-то не включил, да? Прикроем пока тут дверку. Мне показалось, или у меня пар начался изо рта? Надо сейчас с градусника туда опять зайти. Активность. Что так ярко-то?
Да не должно быть так ярко-то. Кажется, кое-кто шалит. Так, берем тебя тогда. Возьму еще раз на всякий случай тебя. Это у нас ультрафиолетс. Он нам нужен, чтобы проверить, есть ли у нас отпечатки. Отпечатков, кажется, нету. Так. О, у нас минусовая температура, ребят. Минусовая была. Я ж видел. Понятно. Вот, в принципе, еще один признак. У нас минусовая температура. У меня уже есть, в принципе, подозрение, кто это. На. Сейчас я даже проверю. Значит, минусовая температура, фантомба или банши. Так я, по сути, и думал. Так, рассудок 97%. Фантом и банши. Фантом и банши. Вот, банши. Отпечатки нужны. А фантому призрачный огонек нужен. Я не могу понять, кто это, потому что тут у меня почему-то слишком сильный засвет. Надо будет, наверное, свет в коридоре сейчас выключить. Свет в коридоре надо выключить. И еще раз посидеть, посмотреть. Ну да, я думаю, это в коридоре выключить надо. Вот этот вот выключатель. Ну-ка, валим. Ну-ка, нафиг. О, так. Хорошо. Теперь включаем. И у нас почему-то все равно слишком яркий засвет отсюда. Я не знаю почему, но с этим проблема. Если есть призрачный огонек, то я не могу понять. Я не смогу его разглядеть. Ого, активность 8. А фантом у нас когда активничает? Один лишь вид фантома заметно снижает ваш уровень рассудка. Сфоткать. Угу. А банши у нас... Боится распятий, будут если менее агрессивны, если оставить поблизости, да? Не, по сути, кстати, это может быть и банши. Потому что вон я бросил распятие недалеко. Да. Куда я ультрафиолет дел? А, вот он. Не, отпечатков нету. Отпечатков я не вижу. Я сейчас камеру вот так вот переставлю. Выключу тебя. Да, пошли на выход. Пошли на выход. Я еще пока даже призрак не пытался на агрессию вывести. То есть, по сути, я не так уж и много, чтобы сделал. Давайте посидим, посмотрим. Возможно... О, есть призрачный огонек. Все, ясно. Призрачный огонек. И это все-таки оказался фантом. Ну а хорошо. Откать призрака нам по заданию не надо. Соли у нас нету. Едем домой. Как-то быстренько прошло это задание, я вам скажу. Обычно бывает чуть сложнее. Пока комнату призрака найдешь. Пока тося 5-10. Да, это был фантом. Офигенно.
Так, добавляем обратно распятие, добавляем обратно термометр. Выбор задания. Двухэтажный фермерский, дом с четырьмя комнатами. Маленький одноэтажный домик. Я обожаю в этот домик ездить. О, так, дубль 2. Что у нас тут? Опять МП надо? Стать свидетелем паранормального и сфоткать призрака. Вот с этим уже, кстати, посложней. Ладно, пойдем в дом. Посмотрим, кто там у нас в этот раз. И где он обитает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тути-тути. Я приехал. Где ты в этот раз обитаешь? Тут? Нет, 13 градусов это недостаточно. В ванне в этот раз никого. Да, дурная дверь. В детской? Никого нет в детской. Пойдем дальше искать. В этой комнате 13 градусов и спокойно все. Пам-парам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Никого. Слушай, да ты издеваешься. Закрой нахер. В гостиной. Нет, никого. Проверим-ка сейчас вот так вот в подвал заглянем параллельно. Так. Да, наш призрак в подвале. 5 градусов. МП пока не реагирует никак. Мы сейчас замерим еще температуру. Стоим, подождем. 4, 2, 3, 4, 0, 7, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 6, 3, 5, 1, 5, 0, 3. Еще минус будет? 1 и 4. Слушайте, возможно, это все-таки будет минусовая температура, да? Минус 1 и 6. Да, вон пар изо рта уже пошел. Все ясно. Мне все ясно. Наша цель в подвале. О, так, МП у нас там лежит. МП у нас должен зафиксировать призрака. Так, берем распятие сходу, да? Берем тетрадку. Отмечаем, что у нас была минусовая температура. Вот, минусовая температура. Так, что у нас по времени? По времени все нормально, хорошо. Может быть, даже успеем третью начать. Не, думаю, не будем третью начинать. То есть двух игр хотя бы уже достаточно. Посмотрим, если вам понравится, я буду искать человека, с которым можно будет поиграть. Кладем тетрадку, кладем вот так вот. Распятие я положу вот так вот в проходе. То есть, если что, с двух сторон я защищен. То есть, либо вот сюда, либо вот сюда, если он пойдет с лестницы. Да? Так, минусовая температура. Что еще тогда? Радио сейчас сюда притащим. Ультрафиолет. Вот, кстати, с ультрафиолетом тяжелее будет сориентироваться, потому что дверь только подвальная та. Так что, наверное, его пока трогать не будем. Камеру несем сюда. Ой, поставим эту камеру на. Куда я эту камеру хочу поставить? Я не знаю, куда мне ее можно поставить. Топ. Давайте я ее на холодильник. Блять!
Так, МП4. Блин, я неправильно камеру раскрутил. Вот так вот, все, камера на холодильнике. Ой, страшно ж, сука. То, что меня пугаешь-то раньше времени. Вот тяжело перемещаться. Вот если бы она сейчас появилась, распятие вообще с другой стороны лежит от меня. Страшно, блин. А, я радио не бросил. Ладно, возьмем пока с собой камеру. Так, проверим сейчас. Я вообще включил ту камеру? Да, я ее включил. Хорошо. Я ее включил. Она смотрит, получается, вот на эту часть. Как раз вон вход у меня. Все, хорошо. Но кто-то, походу, не любит свет. Стать свидетелем паранормального явления. Уже. Пойдемте дальше. Смотреть, кто у нас там, зачем и почему. Ой, чё-то у меня лапки трясутся, честно говоря. Включаем радио. Бросаем рядом вот так вот туда. МП вот так вот. Я стою около распятия. Выключаю свет. Привет, у меня есть блокнот. У меня есть радио. Ты можешь мне что-нибудь сказать или написать? Ждем. Нам остается сейчас только сидеть и ждать около этого распятия. Распятие нас защитит. Если что. Но МП максималка 4 была, да? Возможно, мне стоит взять ультрафиолет с собой. Есть у меня, то есть, подозрение, кто это может быть. Ну, потому что радио молчит. Радио молчит. В эфире у нас тишина. Ту-ту-ту-ту. Так. Была, кстати, активность, пока я там сидел. Давайте понаблюдаем немного за камерой. Чутка понаблюдаем за камерой. Возможно, камеру, кстати, надо будет переставить. Не факт, что мы с этой стороны увидим что-нибудь. Совсем не факт. То есть, возможно, ее на колесо поставить или в тот конец это подвала. Надо будет воткнуть. Ну, вроде огонька никакого не видно, да? Тогда мы переставили камеру, сразу вошли, увидели огонек. Там у нее активность творится какая-то. Она там что-то чудит местами немного. Так. Вот у меня FPS захват, а что у нас FPS прыгает-то? А мне надо, чтобы FPS прыгал. FPS, ай-яй-яй. И хорошо так делать. Не, ну пока тихо. То есть... Пока намеков никаких нету. Ладно, активность есть, но никаких огоньков. Скорее всего придется... Опа, 80. 80. Хорошо. Пойдем. Ай-яй-яй-яй-яй, какая ты нехорошая, а? Весь свет в доме вырубила. Распятие. Включаем свет.
Кидаем, вот он, рядом с распятием наш фонарик, да? Так, сейчас смотри, подбегаем. Вот так вот. Берем камеру и отбегаем. А, беги, беги, беги. Я сейчас камеру хочу поставить вот так вот, вот сюда вот. Да, она включена. Это самое главное. Теперь снова передвигаемся с распятием. Слушайте, ну у нас пока вообще никаких доказательств. Кто это может быть? У меня есть радио. Ты можешь мне что-нибудь сказать? Да брось ты его подальше. Привет. Как бы это может быть кто угодно. За радиоприемником я постоянно не слежу. О, ну мне страшно. Мне страшно, и я надеюсь, что меня защитит распятие. Двери у нас не шевелятся. Это, кстати, хороший знак. Относительно. Ладно, давай попробуем выйти. Давай попробуем выйти. О, повезло. Вот он, наш подвал. Есть призрачный огонек. Вон он только что пролетел. Кто заметил? Да, он летает. Так и указан, значит. Призрачный огонек. И у нас остается Юрей, Мара или Фантом. О, рассудок у нас 73, да? Значит, смотрим. Юрей. Благовоние влияет на ваш рассудок. Нужен блокнот. Юрей, Мара. Или кто там еще? Призрачный огонек, радиоприемник. Вот, фантом. МП-5 должен быть. Так, тогда у меня такой вариант предложения. Я сейчас отсюда перемещаю распятие вот сюда, а тетрадку и все остальное перемещаю туда дальше по коридору. Она там опять активничает. Опять что-то шалит. Я не знаю, что она шалит. Что делает это привидение с моторчиком. Ну, пойдем. Рискнем определить этот тип призрака. Так, поближе, поближе. Я с распятием перемещаюсь сюда. Включи, пожалуйста, обратно свет. Спасибо. Блять, иди ты нахуй. Хватит мне шептать на ушко. У меня есть радио, ты мне можешь что-нибудь сказать. Есть блокнот, ты можешь что-нибудь написать. Я их положу поближе к тебе. Слушайте, мы уже достаточно долго тут стоим. Около этого распятия. Я специально сейчас выключил фонарик. Может быть, она стесняется света. Сфоткал.
Страшная что ж сука-то, а? У меня тут распятие. У меня распятие, иди нахуй. Почему? Почему? Тварь! У меня там распятие стояло. Тут сука. Вот оно, распятие лежит. Вот он я. Вот он я был. Прям перед распятием. О, это была Мара. А, опять я все просрял. Ладненько, друзья, давайте на этом закончим. Одна катка победная, другая не победная. Вы хотя бы примерно узнали принцип. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока!